Всем привет! Я продолжаю знакомиться с иностранными исполнителями, и вы мне попросили послушать Lil Uzi Vert. Лилов на всяких, я уже много всяких лилов слушала, и не могу сказать, что они мне сильно заходят, ну, есть там отдельные моменты. В общем, Lil Peep так неплохо, мне как-то нравился. Вот, но мне говорят, вот вы лучше Lil Uzi послушайте, вот он шикарен. Вот, ну, не знаю, обычно то, что сильно круто, то по авторским правам не проходит. И если мне, вот когда мы Эминема нарезали, да, ну, чтобы он по авторским правам прошел, мне сразу написали, что как я могла, лучше вообще не делать. Друзья мои, вы же под каждым видео просите, послушайте, послушайте. Ну, мы послушали, выложили, а он по авторским правам не прошел. Вы продолжаете просить. И пришлось нарезать. Поэтому я это делаю не с целью, чтобы самой там похайпиться, да, и сказать, вот я послушала, послушайте, как круто я послушала. А чтобы ваши просьбы удовлетворить, поэтому приходится иногда нарезать пожестче, чтобы и вы посмотрели, по крайней мере, ну и услышали, о чем я скажу, и просто чтобы вы от меня отстали. Вот. Поэтому Lil Uzi Vert. Вот что это, я не знаю. Как это читать, название трека? How tour lives, loves, loves, two, three, three, не знаю. Ну, в общем, короче, вы поняли, про какой трек я говорю. Погнали. Что-то такое непонятно. Дурит малый, да, дурь умается. Главное, чтоб пел хорошо. If you cry, I don't really shouldn't have a lie. Should've saw the way she looked me in my eyes. She said, baby, I am not afraid to die. Push me to the edge, all my friends are dead. Push me to the edge, all my friends are dead. Push me to the edge, all my friends are dead. Песня маньяка. Push me to the edge, phantom that's all red. Inside all white, like something you ride a sled down. I just want that head. My brilliant, I'm mad. A brilliant, her man, no. Everybody got the same sweat, no. All the way that I chat, no. Stacking my bands all the way to the top. All the way to my bed falling, no. Every time that you leave your spot, your girlfriend call me like, come on, no. I like the way that she treat me. Gonna leave you, won't leave me. I call it that castle, no. She said I'm insane, yeah. I might blow my brain, yeah. Ну, хочу заметить, что, в принципе, поет он хорошо. И голос у него такой звонкий, приятный. И... ну, я вот этих лилов я боюсь слушать переводы, потому что там все не то, о чем я хочу услышать. Поэтому просто слушаю именно атмосферу, ощущаю его и музыку, и голос, соответственно. Поняла, откуда LJ взял глаза белые. Вот отсюда. Вот, знаете, клип настолько иногда играет важную роль во всем.
что ты видишь и смотришь, что, что когда вот он такой, типа много крови, сразу это сильно мешает и впечатление меняется. Вот гораздо лучше, когда он просто идет по улице и поет. Сразу какое-то такое положительное. Ну, что вам хочу сказать? Вот по первому впечатлению Лилузи, в принципе, в общем-то, мне понравилось. Я не могу сказать, что прям шикарно, здорово и круто, но, в общем-то, больше положительных моментов, чем отрицательных. И по музыке, и по голосу, и по атмосфере. Если бы клип был немножко поприличнее, ну, может, конечно, там в тексте он про это поет, но я всегда хочу сказать, вам что, петь больше нечего? Обязательно должна быть кровь, какие-то убийства и какая-нибудь гадость или мерзость. Неужели нельзя спеть о том, что ты хочешь спеть, более приличным языком и вообще спеть о чем-нибудь хорошем и приятном? Меня сейчас обвинят в том, что я вечно хочу видеть все в розовом цвете, этот мир. Ну да, там и так много грязи. Чего еще петь-то про эту грязь? Лучше бы про розовое, голубое и сиреневое. Все, пока.